Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 марта, я хочу показать вам вот те массовые посевы перца, которые я буду выращивать рассаду на продажу. Сеяла их 8 дней назад, и я хочу сказать, вот мое впечатление, что вот эти вот продажные перцы выглядят намного лучше, чем те, которые я сеяла для себя. Никаких шапочек нет на всходах. Если учесть, что за 8 дней они успели, сеяла сухими семенами, они и набухли, и проклюнулись, и взошли, и уже семидоли раскрыли многие. Никаких шапочек нет. Видите, что выпадания у них тоже нет. Все ряды такие, как стройные, четкие, не проголызин, ничего нет. Я вот сейчас делаю осмотр. Сегодня у меня первый полив. Конечно, они вот только вчера, позавчера начали выклевываться, но все равно общая картина шикарная. Видно, что они вырастут все. И если сравнить с теми посевами, помните, которые я показывала вам с магазинных семян на развод, там, где шапки они не скидывали, где половина не взошло, то это земля и небо, конечно. Но эти перцы у меня посеяны, несмотря на то, что попозже. Это вот перец Венти, у него срок вегетации короткий, и я думаю, что он, у него все в ускоренном темпе, я думаю, что они еще догонят те мои посевы. Ну и вот очередной парадокс. Перцы продажные выглядят намного лучше, чем мои собственные, для собственного огорода, которые я посеяла. Но я их применить не могу, потому что они здесь все один сорт, мне столько не надо. Я же те для размножения сеяла много сортов, там 10 или 20, по несколько штук. Но если будут здесь очень шикарные, то несколько оставлю, конечно, для себя. А еще добавить хочу, что вот эти посевы полила первый раз я на 8-й день. Вот они у меня всходили, я все-таки не поливала. Сегодня первый раз полила, потому что земля уже пересохла. Они же уже открытые давно. Они начали проклевываться еще 3 дня назад, вот эти, которые самые большие. Первый полив и первые дни после посева они стояли вот на этом кусочке теплого пола на подогреве. Может быть, это еще сыграло роль. Но все равно, если бы они были семена не всхожие, тут, конечно, никакой пол подогрев не помог бы. Семена свежие, прошлогодние, собственного приготовления, которые я, ну вот что остается от продажи, я их высеваю на рассаду. Ну вот результат очаровал меня, очень нравится. Ну, в принципе, они всегда так сходят у меня каждый год. Просто по сравнению с моими, которые я для себя сеяла, пораньше для своего огорода, земля и небо, эти очень хороши. Все, до свидания. Это я просто, многие меня просят показать, что вот скорее, быстрее или нет взошли те семена, которые я с подогревом оставила на полу. Вот показываю. На 8-й день они уже с семидолями все. Почти все.